как в свое время пошутил Иммануэл Кант, лошадь можно загнать в воду, но нельзя заставить ее пить. Мы можем ставить какие угодно задачи перед людьми, но если они эти задачи по каким-то причинам не принимают и не воспринимают как свои собственные, то они не будут их достигать. Философ-методолог, политехнолог, научный руководитель Центра стратегических оценок и прогнозов Петр Щедровицкий специально для Казанского университета снова прочел курс лекций и снова в режиме онлайн. Всего в курсе лекций запланировано несколько модулей. Тема первого модуля – концепция прогресса разума и проблема разработки содержания образования. По словам проректора по внешним связям, лекция будет интересна и полезна всем тем, кому не безразлична жизнь университета. Она больше ориентирована на преподавателей университета, на администраторов университета. Ну и всем тем, кто неравнодушен к развитию университета как такой образовательной организации. Это актуально для университетов, в том числе в связи с тем, что в настоящее время в университете разрабатывается и начинает пилотно пробироваться курс критического мышления, как раз курс на базе курса философии, это как раз курс, который ориентирован на такое развитие мыслительной деятельности у наших студентов. Напомним, что в начале года в КФУ при участии Петра Щедровицкого запустили первый этап реализации инициатив «Прорывные проекты в образовании», направленных на трансформацию образовательной среды университета. Проекты связаны с развитием одаренных детей, разработкой сквозных курсов по различным дисциплинам и организацией сетевого взаимодействия. Инициатором проведения лекций, как всегда, выступил ректор Ильшат Гафуров. Петр Георгиевич уже достаточно традиционный гость, в этот раз не физически, но в прежние года он приезжал сюда и лично, и читал большое количество лекций различных на разные тематики. Но, кстати, вот эта тематика, которую мы сегодня будем затрагивать, она ранее в его лекциях практически не звучала. Лев Диденко, Виета Басова, Универ Ньюс.